Всем привет, ребята! Меня зовут Даша, и вы на канале Даша Nice. И, кстати, ребят, сегодня у меня видео необычного для меня формата. Это богатый школьник против бедного школьника. Ребят, убедительная к вам просьба. Не судите людей по внешности. У всех людей, у всех детей разные финансовые возможности. И не надо на это обращать внимание, надо дружить со всеми людьми, со всеми вашими ребятами, одноклассниками. И надо принимать их такими, какими они есть на самом деле. Но, ребят, не надо грустить, ведь у нас видео позитивное и, может быть, даже в какой-то степени немного смешное. Так что подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки. Ведь вы знаете мое простое правило, чем больше лайков, тем больше новых видео. И, кстати, ребят, на одном из моих видео про художественную гимнастику, про мою параллельную жизнь художественную гимнастику, давайте наберем все-таки под ним уже 500 просмотров. Мне это очень надо. Для меня это будет очень дорого. Так что, ребята, подписывайтесь на мой инстаграм, и мы поехали. Снова в школу, когда ж пятница будет? Ах, ну конечно, и снова дождь, как из ведра льет. У меня еще 5 километров до школы идти пешком. Снова буду все мокрая, так еще и зонтика нету. Какое замечательное утро, так хорошо ночью спалась. Но если бы этот не дождь, если бы этот какое хорошее утро. Если бы не дождь, оно было вообще замечательным. Но снова придется ехать в своем кабриолете с закрытой крышей. Ну что, мокнуть не хочется, так что поедем так. Мам, мне надеть нечего. В этом я ходила. Это мне не нравится. Это сильно праздничное. Это летнее, но это яркое. Может быть, здесь? Не, не то. Мам, мне надеть нечего. А ну быстро нашла, что одеть. И в этом месяце уже шопинга не будет. Можешь даже не мечтать. Быстро нашла, что одеть. Даю тебе 2 секунды. Ладно, я сейчас что-нибудь надену. Так уж и быть. Мне нужны все разные красивые. Точно, если что, я буду залетать. Ребят, и наше видео уже подходит к концу. Если вы немного посмеялись, то вы молодцы. И вы все должны поставить под этим видео правильно что? Лайк. Молодцы.
И не забывайте, пожалуйста, подписываться на мой инстаграм. Там очень много всего интересного, разные сторис, разные фоточки. Кстати, я очень часто могу их выкладывать. И спасибо всем за поздравления, которые были под моим последним постом в инстаграме. Всем большое спасибо, всем большое спасибо за поздравления, я их все прочитала. Так что, ребят, подписывайтесь на мой инстаграм. Ну а с вами была Даша. Всех очень сильно люблю, всех жду на своем канале и в инстаграме. Я не знаю, сколько я раз это слово сказала, но все равно подписывайтесь. Всем хорошей недели, легкой учебы и всем пока!